Андрей Рыбачук, фотограф и дизайнер. Родом из Минской области, но в объективе его фотокамеры тысячи снимков Бреста и района. Занятие фотографией начиналось как хобби, а сегодня превратилось в профессию. Художник оформлял издания, посвященные миллениуму Бреста и культуре региона. Но объектом выставки, которая открылась в Центральной городской библиотеке, в этот раз стала легендарная Сицилия. Навеяно, наверное, тем, что мы с семьей всегда любили куда-то поехать в южные страны отдохнуть. И эта выставка, с помощью ее хотелось обновить какие-то свои впечатления, воспоминания об этом. В экспозиции под названием «Сицилия. Заметки до коронавирусного туриста» представлена серия из 10 фотографий, каждая из которых напечатана на ткани, что особенно передает атмосферу европейского города на берегу Средиземного моря. Каждая фотография имеет свою историю. Всегда она напоминает о каком-то событии, о каких-то людях, показывает те места, которые не всегда мы можем увидеть в призвании художника. Именно показать все это так, чтобы люди поверили, что они тоже причастны к этому, и это все видели своими глазами. Мне очень понравился пейзаж с лодкой. И, конечно, молодой человек с гитарой. Прекрасно смотреть на такие умиротворенные пейзажи, где нет туристов и красивая природа. Мне еще очень нравится работа Пьяцца Претория, потому что здесь такой приятный утренний свет, солнечный, и еще горят вечерние фонари. Фотовыставка, где можно познакомиться с жизнью маленького сицилийского города, открыта для всех желающих в Центральной городской библиотеке до 30 июня. Екатерина Косынюк, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».